Всем привет, друзья! С вами канал Е-Китай, и сегодня у меня на обзоре, наверное, самая популярная камера, которую заказывают на AliExpress. Точного названия у нее нету, но она выпускается под брендом VSD Cam. Сейчас мы перейдем на сайт AliExpress традиционно и посмотрим на характеристики и цену этого товара. Вот, собственно, страница AliExpress. Значит, веб-камера HD 1080, тра-ля-ля. 4600 отзывов и очень много заказов. Стоимость камеры 1045 рублей, учитывая скидку 43%. Значит, я ее заказал, хотел посмотреть, почему камера такая популярная. Собственно, вот характеристики. HD объектив, формат видео, в котором записывает AVI, 30 кадров в секунду. USB кабель длиной 120 сантиметров, щелкает фото в формате BMP JPG, разрешение 1920x1080, интерфейс USB 2.0, мигание 50 Гц, и тут про вспомогательное оборудование, то бишь драйвера. Я уже открывал эту камеру, подключал ее к компьютеру, драйвера установили секунд так за 30, то есть очень быстро, ничего дополнительного не надо устанавливать, раз вставил, драйвера установились, все, красота. Ну и что ж, давайте перейдем к распаковочке, посмотрим, что там положил нам продавец, ну и подключим ее и, естественно, потестируем. Вот, собственно, сама упаковка. Коробочка целая. Небольшие вмятины есть. Ну, какие вмятины? Считай, их практически нету. Значит, пупырчатый пакет, это все дело положили. Очень прикольно. Доставка была примерно 2 недели. Точно я не помню, но вполне себе достойно, учитывая условия кризиса. Значит, что у нас внутри? Вот. И коробочка, кстати, маленькая. Я когда получил по почте, я удивился. Думаю, действительно ли мне там камеру положили. Оказалось, что да, собственно, коробка, внутри есть есть инструкция на английском языке. Собственно, ничего интересного, сразу откладываем. На коробке тоже особо никакой полезной информации. Ну и сама камера. Как я говорил, я ее уже распаковывал. Здесь была защитная пленочка, я ее снял, чтобы потестировать камеру. Ну, собственно, ничего необычного. Длина, как и говорил, 1,2 метра. Значит, раскручиваю. Вот, собственно, сама камера. Ну, по внешнему виду, что можно сказать? Выглядит, да, прикольно. Вот так она, собственно, поворачивается. Крепление, ну, не самое надежное. Подойдет только под толстый монитор, но монитор у меня тоненький, поэтому, ну, собственно, держится не очень надежно, нужно чем-то дополнительно фиксировать, там, каким-нибудь скотчем и так далее, особенно если провода с трудом хватает до процессора. Вот. Постоянно будете задевать, постоянно будет падать, но за 1000 рублей, что мы хотим, собственно. Ну что ж, не самая заурядная распаковочка. Давайте сейчас мы подключим к компьютеру и посмотрим, какую выдает эта камера картинку. Так вот, друзья, вот тестирование картинки. Значит, из света у меня лампа, которая сейчас в комнате, и настольная лампа, которая мне, ну, считай, вот она мне светит прямо в лицо. Камера достаточно хорошо фокусируется, хорошо снимает. Достойно за свои деньги. При том, что сейчас максимальное разрешение 1920x1080. Если понизить немного разрешение, если вы хотите снимать какие-то обучающие видео или видео для стрима, то вот такое вы получите изображение, такую получите картинку. Попробую сейчас выключить свет. Вот так она, то есть, будет снимать. Картинка не замыливается, вполне себе хорошо. Можно даже побольше растянуть. Побольше растянуть еще раз. Снимает, в принципе, достойно. Ну и сейчас выключу весь свет, посмотрю, как будет чисто от света монитора снимать камера. Ну вот, в принципе, такая картинка. Без света, конечно, эффект не такой хороший. Сейчас попробуем разрешение стримера. Вот так.
Вполне себе неплохо. Фокусируется также хорошо. Есть, конечно, вот эти мелкие помехи, но должны понимать, что эта камера стоит 1000 рублей, так что здесь можно на многое закрыть глаза. Итак, тест звука. Где-то сантиметров 20 сижу от микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь примерно метр. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такой вот, друзья, получился обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих видео.